Всем привет, с вами Психиатр, мы продолжаем играть в Героев Меча и Магии 6. Так, ну и вот тут вот у меня сложился выбор. Куда мне пойти для начала? Наверх или направо? Я, пожалуй, пойду направо. Текс. Блин, и надо бы уже выходить на самом деле в этих. В Киринов. Давайте, наверное... Блин. Вложим немножечко бабла. Ай, вот это вот мне не нравится, то, что этот говнюк поплыл. И вот это мне тоже, кстати, не нравится. Хотя победа. Но какой ценой? Блин, вот зараза. Так, а ну-ка. Если эти говнюки пойдут, они по-любому на нее наступят. Блин. Лошары. Ну, наверное, надо бить все-таки первым. Четыре, пять, да? Капа. Блин, говнюк. В обход пошел, а? Так, ты можешь добить. Еще мы можем? Мы можем вот этих на безмятежность сделать? Можем, кстати говоря. Безмятежность такое себе. Можно их приморозить. Почему мне один из одного заряда, я же брал это как заклинание. Ладно, давай вот так вот, наверное, этих приморозим. Не, говнюк какой, а. А чей это? Блин, собачек. Что ж мне собак убивать? Thank you.
Слушайте, ну неплохо, кстати. Сейчас мы убьем этих собачек. Блин, ну одна осталась. А, не, нормально. Блин. Так. Троих. Давай с удачей Петюню. Нормально. Блин, вот скотина, а. Тварь. Ты чей? Матки. Я даже не знаю. Так, давай, добей вот эту шляпу. Блин, ну, зараза, уже мана кончилась, а. Что это за лажа была? Так, добей вот эту шнягу. Феникс, давай. Грызи. Не знаю, мне кажется, мы поменьше потеряли, чем насчитал комп, хотя фиг его знает. Ох ты ж, ешь ты ж, кот. Смертельная.
Блин, ну твою-то мать! Какого хрена, Малик? Что-то мне не понравилось. В той стране. Что-то там как-то не очень. Не, ну зараза лысая. Вы поняли, что этот говнюк сделал? Куда он приплыл? Тут один Кирин только. Да мне теперь сюда-то пехаться придется. Паскуда. Это самое интересное, он же здесь не был никогда. А раз он отплывает, он значит видит мою карту. Но это разве честно? То, что вот такой вот этот. То, что он увидел, что тут армия, он решил сюда не плыть. Но это, я считаю, несправедливо. Сколько там надо было? 10? Нет, по-моему, еще один надо. Ну ладно, он хотя бы свинтил отсюда совсем. На том спасибо. В таком случае давайте базовым, наверное, прыгнем сюда. Подождем денек, потому что, ну, армии нету. Что нам там делать, собственно? Блин, здесь эти не улучшенные. Ай, не хватило денег. Ну, уже, кстати, не смертельная. Я вам хочу сказать. Уже не все так плохо. Можно, в принципе, посмотреть, что там наверху. А ну-ка. Блин, все равно. Все равно говнюк сидит. Нафиг тебе армия. Не, ну ушлепок такой, а. Стоит мне отойти, он бежит. Малик. Так, ну надо тогда тут этот ставить, наверное. Городской портал. В таком раскладе, да? В
Блин, 7500. Сколько стоит портал? А, нормально. Да заразы, ну откуда вы лезете? Пиздец. Ой-ё! Не. Давайте грузиться. Капец. И что ж нам делать? Что ж нам делать с этим чертом? Блин, ну мы в замке не одолеем высокую. Может быть он... Ну ладно, сейчас посмотрим. В принципе. Так. Угу. Да мы даже так, походу, не можем его одолеть. Да что ж ты все время без моих этих дерешься? Ой, да тут такая же. Тут такая же, как у того говнюка. А что ж делать тогда? Что ж нам делать? С такими армиями? Я, честно говоря, не знаю. Надо, получается, ждать, копить. Копить армейку. Больше нам ничего не остается. Ну, Малик тут не опасен. Давайте вот эту штуку поставим. Армии немного докупим. Не, ну ты говнюк. Куда ты пошел, блин? Ну, вали отсюда. Нам бы как-нибудь так развести этого говнюка. Вот, и взять его замок, пока его самого нету. Ой, там красный пришел. Люди. Слушай, человечек, а может ты этот? Ты не захватишь тут? Было бы на самом деле неплохо. Так, я вот это вот хотел поставить. О, он нормально разбился об этого. Так, 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 а кто же в замке остался? А замок, по сути, пустой. Слушайте. А ну-ка, а если мы загрузимся, вот это вот сохранение, встанем так рядышком невзначай,
Пока там людишки с ними будут разбираться, все дела. Мы подтихую. Ну ладно. Мы подтихую, ну куда-то, ну да, вот сюда встань. В принципе. А мы добегаем? А мы, в принципе, добегаем. А ну-ка, мы сейчас проверим. Так. Да, он, смотрите, нападает. Этот говнюк уходит. И этот говнюк уходит. Блин. Ну что ж такое? Что ж ты так медленно бегаешь-то? Зараза! А, ну, кстати, победа. Но, блин, меня так все равно не устраивает. Давайте вот этот загрузим. Меня так все равно не устраивает, потому что этот говнюк на нас нападает. А ну-ка, давайте сделаем вот так вот. И так как бы немножко выйдем. Мне кажется, как раз такого расстояния нам не хватило. Так, вот этот черт нападает. Вот мы подбегаем, и на следующий ход мы захватываем. Правильно? Чё там случилось? Да ну твою мать, опять одного этого не хватает. Ну как так-то? Писец. Не, ну зараза, а. Ладно, если мы загрузим вот отсюда. Если мы загрузим 9-й сейф. Блин, сложная миссия. Ну-ка. Дайте я вот сохранюсь. Не единичку, например. Так, ладно. Встанем вот куда-нибудь сюда. Допустим. А где этот? А, ну, он должен вот на этом ходе, по-моему, прибежать. Ну, мы, по идее, должны добегать. Ну, ладно, давайте вот сюда. Чтобы наверняка... Блин, а он что-то в этот раз не напал на 7-м мне. А, ну, кстати, тут сидит Малик. Мы можем сами напасть в таком случае. Тебя же не было! Капец. Его ж не было там вроде. Или он был? Не совсем я понял. Так. Вот этот говнюк разбился. Блин! Зараза.
Как же нам так встать, чтобы он на нас не нападал? Да блин! Говнюка. А как же быть? Я прям не знаю. Блин. Я еще и не тот сейв загрузил. Чим-чим-чим. Ладно, сейчас я что-нибудь придумаю. Мы должны его раскрутить. Взять его город. Просто обязаны. Давай куда-нибудь вот сюда я встану. Ладно, посмотрим, что будет. Нет, ты куда попёрся? Ты дурак, ты дебил! Короче, трындец. Ладно. Тогда тут покупим войско и разносим их всех. Я не знаю, это какой-то идиотизм. Какого хрена он на меня напал? С чего ты вдруг решил на меня напасть, а? Тебе нравится разбиваться от демонов? Ну вот разбивайся о них, а меня не трожь. Не, ну капец. А чё я загрузил? Я где? Давай вот это. Так, ладно, вернись в замок тогда. Фиг с тобой. Ой, чувак. Тогда покупим войско просто. Блин, нам бы дракончиков улучшить. У нас денег и так нету. Не, ну ты наглый такой, да? Ты что думаешь, я замок оставлю и уйду? Капец, денег не хватает, а? Как тут по защите? Низкая. Ну что, нападем? Блин, уже средние. Нам бы сапоги какие-нибудь найти. Быстроходные. Было бы отлично.
это понятно, изи. Блин, уже высокая. Да ну нафиг. Ну, кстати, победа. Чё у нас даже немного армии еще осталось. Блин. Да твою ж налево, а. Ладно. Ну ну ты чё на меня нападаешь? Герцогиня, властительница этих земель! Чего ты добиваешься, вторгаясь в города и убивая людей? Твое понимание, за что и за кого стоит бороться, сильно искажено. Империя из политических соображений продала меня насильнику. Так что твои слова не достигли цели, к которой ты стремился. Вздор! Теперь ты враг Эльрата, и гнев его будет ужасен! Пусть встанет в очередь, будет третьим после Герхарда и демонов. Да ну нафиг. Псец, у нас армия осталась. Ой, ну тут прям фул отстройка. Замок, конечно, хорош. Так, вопрос, куда этот говнюк пойдет? Ну, трындец. Так, и что у нас тут? Блин, ну мы не удержим. А кстати, задание это не провалилось? Нет, этот город можно захватывать. И ты засел там, да? Блин. А вот этот, наверное, уже нельзя будет. Стоять! Кто вы? Что вы здесь делаете? Я Ирина, когда-то герцогиня Грифона, теперь даймё и предводительница нагов. Я пришла сюда, чтобы покарать вашего герцога, но к его народу у меня ненависти нет. Тогда вы поможете нам? Мы отчаянно нуждаемся в припасах с ближайших островов, но демоны захватили маяк и сожгли наши лодки. Вы можете нам помочь? Да, могу. А, надо этот захватить. Блин, а тут можно было вот так вот пройти, да? Просто что этот говнюк там будет делать? А он, кстати, свинтил, походу, да? Но он, кстати, замок не перестраивает. Тоже неплохо. Замерзшую хризантему нам дали. Так. Ой, все, этот замок теперь наш. И
Получается, задание провалено, да? Нет, я так не хочу, стопы. Ну, в смысле, провалено задание? Я им помог, вообще-то. Они просили помощи. Ладно, фиг с ним, с этим заданием. Давайте вот это перестроим тоже. Раз вы такие говнюки. Блин, тут эти не улучшенные. Серьезные. Тут еще портала нет, что ли? Не, ну трындец какой-то. Ну трындец! Да ну что это за фигня такая, ну? Да идите в очко просто. Ну что это за лажа, а? Ой, блин, а. Это капец какой-то, ребят. Ну просто они лезут из со всех щелей. Эти чмошники. Блин, да почему я-то не в замке? Не, вы там собираетесь валить из этого замка или как? Я нафиг за него, блин, дрался. Чё это за лажа такая? Ну это капец, господа. Я не знаю, как на этой карте быть. Ну и чё он там теперь сидит и как я должен... Замок брать. Да почему? А, драконы. Чел, ну может хоть ты, Эдуарда? Во, красава! Блин, но он не убил. И все равно смертельная. Да что ты делать-то будешь с этим? Денег на армию нету, нифига. Тут говнюк этот бежит.
какого-то хрена. Ой, бля. Ну что ж ты так слабенько-то? Нет, ты долбоёб какой-то или как? Чё, совсем что ли? Чувак. О, там этот, по-моему, убежал, да? Тайнан. Говнарь. Ну, давайте попробуем еще разок. Хотя я не уверен. А ну-ка, вот я... Не, он сам на меня нападает. Лажа. Как же быть, как же быть? Я никак не могу этот замок взять. Если я беру нижний, меня вообще квест проваливается. Ой, трындец. А ну-ка, а если вот так вот? Допустим. Блин, да чтоб тебя. Не, мы не можем перебить серьезную эту. Хоть ты тресни. Я думаю, он может быть убежит. Или еще что-нибудь. Или создат, ну, героя из своей армии второго. Которого мы бы легко разнесли. Я тогда не знаю, что делать. Не захватывать этот город. Блин, тут бы армию скупить. Все, никак не можем ее докупить до конца. Можно еще, в принципе, наверх попробовать, конечно, сходить. Больше я не знаю, куда идти. Этот город, ну я уже все перепробовал, ребят. Если есть способ, то я не знаю, где он. Но вот что это за говнюк? Смертельный, офигенно. Если я иду наверх, выходит вот эта падаль. Если я иду сюда... Не, ну чё это за лажа такая, а? Чё это за фигня? Как я здесь должен сражаться? Я вообще не вкуриваю.
этого говнюка мы не можем убить. Верхнего говнюка мы не можем убить. Остается в эту сторону идти. Стоять! Да ёптить, что ты делаешь? Ну, блин, проваливается это задание, пофигу, ну. Задолбали. Я манал таких систем. Демонов я не знаю, как тут побеждать. Честное слово, не знаю. С их легионами это трындец. Ну вот видите, что это паскуда творит. Вот видите, куда эта мразь бежит. Он не должен, по идее, за один хон добежать. Еще такие большие потери, а? Зараза, ну вот вы видите, что эта мразь делает, а? Паскуда.
по два раза фигачит нормально. Да задолбал ты. Так, давай, добей. Ладно, пошла. Грифончики минус, отлично. Давай, может, добьешь все-таки. Нет, один остался, но... Да ты задрал своими этими. Колдун хренов. Остались висталочки. Да плохо, что они остались. Дружественный отряд. Ладно. Так. Угу. Давай всех. Красава. Слушайте, ну мы явно меньше потерь получили. Ну, как по мне. Хотя фиг знает. Ой, незначительная. Можно город захоботать. Так, ладненько, друзья, давайте на этом этот выпуск закончу. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в паблик ВКонтакте. Ссылочки есть в описании, ссылка на полис с данной игрой. А также на остальные полисы будет в описании. Ну а с вами был Ученый Психиатр. Всем до встречи в следующей серии. Всем пока.